Привет, Алинка. Привет. Приехали на выставку в парк. Сейчас будем показывать вам то, что сюда привез. Алинка, помаши ручкой. Ах ты ж. Голуби, голуби. Красивые гости. Красивые голуби, правда? Почем? Это все пацаны, да? Хорошие. Ой, какие кролики. Ага. Это большие, это цесарки. Почем у тятки эти маленькие? Эти по 70. Месяц и неделька. Эти на 2,5 месяца по 150. Эти уже на весну начнут нестись и крыться. Спасибо. Голуби. Вы берете хмурый хоть? Кто там, блин? Белочка. Белочка? Класс, да? Вот там хвост. Смотри, какой хвост. Это мандаринчик? 1100 белочка. Мама, это хвост. Это фазан, наверное, да? Да. А там, смотри, какой красивый. А это молодые. Красный. Белка вообще. А белка красная, да? Наверное. У нас тут эксклюзивчик. Лег-бары, фаверольки, маранчики, караукана. Здесь молодняк все, молоденькое. Колорадские буковки, да? Картошки, выпусти, пусть забиваем. А почем маранчики? 600 пар. 600 пар, какие молоденькие. А? Что там, Алинка? По 20 гривен. Это дешево. Ну так, по 20 вам не угодно, что по 20 дешево, по 100 много. Сколько вы? Да нет. Пара. Вот девочка и мальчик. 160 гривен. Серебристый фазан. Где-то был где-то. Это обычные утки, мускусные. Что, почем утки? По соточке. О, это же вообще даром. Не порт настроение. Візьми дорожче. Щоб не даром. Поторгуйся за мною. Вау. Як такі ціни зараз. Клетка вообще бомба. Очень интересно. Значить смішно, да? А продати не можна. Здесь кролики такие мощные. Фландри, да? Да. Поверни мордяку, тебя фотографируем. Ты молодой, да? Полтора года, год и два. О, вот эта машина тут внизу. Вот там... Класс. И сколько такое? Полторы. 1500 гривен. Ты видишь, какой кролик? Сколько павлин? Павлин, сколько? Ой, и 2,5. Но это все самки, правильно? А? 4 вот самки. Это самки, это самец. Ну да.
А сколько ему? Самцу 2 года, а девочкам тоже 2 года. Папа! А! Давай пойдем? Ты хочешь белочку? Да. А белочка крымская, это с питомника крымского. Папа, давай мы накуем. Алина, она кусается, не трогай. Что ты будешь с ней делать? А что это у вас за кролик такой? А, просто голубой. Какая цена? Это самец или самка? Такой красивый цвет у него. О, вот эти вообще шикарные. А, вот это черненький, вообще красивый. Рыженький кролик, да? Еще. Шоколадка кролик. Алина? Алин. Нет, все холодильные. Эти кролики. Алина, не суй пальцы. Ну, вот эти голуби, да, вообще мощные. Ай, курицы. Там вряд ли. На небольшие расстояния. Такие, как у нас. О. Брекель. Брекель. Бельгийская порода. Да их есть, можно съесть. Можно? Да. Тики мало. Но это так красиво, у них хвост как у фазана. Да, и несутся очень хорошо, но я держал, классно. Я ем за вечер, яичко. Яичко такое до 70 грамм. Белого цвета, хорошие куры вообще. Они мелкие, яйцо мы мелким. Я даже знаю. Боже мой. Какое все разноцветное, да? Класс вообще. Какая витрина, да? Смотри, Гоша. Гоша? Только лебедь? А вот смотри, какие красавцы. Офигеть. Ага, большой. Карликовые кохинхины. Сколько пара? Пара сколько? 400 пара карликовых кохинхин. Большой, да? Кохинхины. Линцы. Ой. Видишь, как у них ушки лежат? Не суй пальцы в клетку, Алина. А хомячки это не хочешь? Нет. А? Хочешь хомячка? Да, хочу. И да. Его кокос твой скушает. Да, кокос сразу его съест. А попугай? И попугай. Лучше кокоса убрать. Да, проще кокоса убрать. Вот эти кинги, да, вообще капец. Мне кажется, что они с каждой клеткой все больше и больше. А это кто у вас? Феникс. Феникс. Сколько пара? 600 пара. Феникс, это порода у петухов длиннющий хвост, красивый. Все в один цвет, очень красивые. Такие еще голуби, вот очень редкие Адана. Пакистанские. Очень необычные. Класс. Щенята. А кто это? Папа. Ну, папа шпиц. Померанский шпиц, да. Мама пекинес. Мама пекинес. Видите, ушки как у пекинеса. У нас тут брама петух. Арпингтон петух чешется. Брама. Как ты, Алина, да?
Пока хин-хин. Почему-то он курчавый даже чуть-чуть. Ну, огромный. Еще внизу кохин-хин. Радуга, да? Опять витрина с попугаем. Смотри, хомячки! А вот смотри, какой красавчик. Лошенький. А вот смотри, какой большой. О-о-о. Братик, они не воняют. Какой красивый. Еще это канарейка тут... точно. Канарейка? Это все канарейки, только разные. Вот это. Класс. Это куры модерн, карликовые тоже. Тут смотрю, только петухи. Тут фазан. Каролинки, мандаринки, не знаю, что это. Тут какой-то интересный фазан у нас сидит. А павлины ваши почем? А сколько им? Второй год. Красивые павлины. Это уточка все такая? Да. А что они такие разноцветные? Я не видел таких голубых. Карликовый кохин-хин очень в цвете, все очень красивая семья. Это нутрии. Да. Видишь, какие у нее зубы? Тебе нравится здесь? Очень интересно, правда, Алин? Алинка? Да. Весело здесь? Кохин-хин карликовый, еще кохин-хин. Очень много карликовых семян. А этим сколько там? Назад 500 километров, я их хочу вести. Петух необычного цвета, конечно. Что... Если надо, давайте будем торговаться. 800 гривен. А сколько ему? 80. Уже рабочий, да? Конечно. А це все самки, да? Це все дівчата. Один брат їхній вже поїхав на Вознесенск. А скільки в ньому десь тут примерно? Кілограм 5. Так. О! Бегемот. Карликовый бегемот. Пошел, ну карликовый бегемот. Хочу сказать, друзья, что выставка шикарная, очень много птицы. Мы еще один ряд не прошли, но уже много чего увидели. Вот сибриты, падуаны, карликовые, ой, пушистые, эти пуховые китайские. Тут все сбор бельтанки. Сибрайки, цесарята. Где тебе его вышли? Месяца два, наверное. Это туда идет, а вот этими цепляете на... Это птица на Виталия Полежая. Кто смотрит его видео, кто знает его. Вот наш украинский Аям Цемани. Курицы, петушки, якогама, араукана петух остался. Вот сам Виталий. Это где? Интересный расцвет. Пойдем, пойдем. Вау, белый. Нету здесь продавца, чтобы спросить, что почем. Ну, такие вот тут. Почем мотки? Красивые. Ладно. Голландская белохохлая. Какие-то бельтанки.
эту породу я забыл. Тут вот такие вот павлины. Я даже не думал, что бывает вот такой голубой павлин. Не знаю, камера передаст. Голубые палевые павлины. Я в шоке. Блин, какие прикольные. Смотри, какие кроссовки, да? Очень красивые. Такие вендоты привезли люди, продают пуховые, очень красивые, все в одном цвете, в таком рыжем, насыщенном, разноцветные, тут черные, белые, боже, какие голуби. В общем, прошли мы практически всю выставку, еще не всю, но очень много голубей, попугаев такое, все одно и то же. Нас в большей степени интересуют курочки, уточки. Вау, посмотрите, какой лебедь, боже, лебедя даже держат в неволе, там, разводят, там, продают. Черный лебедь, видишь? Очень интересно, никогда не видел. Они... Такой павлин, самка белая, он разноцветный. Пять каролинки. Павлин очень большой, вот тут зеленый. Индийский тот. Бугай. На самке есть новые. На самке просто металлические. Куропатки, пеклики эти, скорее всего, вьетнамские поросятки. Поросенки, Алина, смотри. Вот, хрюшки маленькие. Видишь, хрюк. Большой. Да какой большой? Мам, маленький. Это папа? Да нет, это малыши. Маленькие. Поросенки, совсем маленькие. Нет. Да. Родители это. Родители вообще большие, большие. Они маленькие. Это брат. Ага, вот такие вот уточки молодые. Вообще, да, я не отмазываюсь. Сейчас пойдем, какую-то шоколадку можно. Даже две. Богдан, даже штраф согласен. Согласен, а почему так? Что? Утка? Да. 800. 800, Олег? 800, Катя? У этого человека я покупал пацана. Вот эти по 800. Молодые по 800. А это 1000. Пара гамбургских. Котята. Ой, прости. Смотри, даже похож на кокоса. Мам, это ночка. Это ночка. Вот наши кокосы. Вот это кокос. Да, он как кокос. И почем котята? А это кто? Веслоухие 1500. Страйдовые 500. На
перс тысячи лет. А, это тоже, да? Это котенок. А это правда, да, что нужно там при случке, чтобы был прямоухий и веслоухий, да, случайно? Да. Да? Это шотландцы. Мама, я беленькую. Да у нас есть смотри такой... на эту, вы очень красивая. Только серенький. Мам, ну купишь мне? Да есть у нас такой кот, Алина. Собираете? Да. Там тоже без документов, без ничего. Да не, вот это тут. Полторушечка. Такая вот хурма продается уже огромная. Здрасте. Сколько козочка стоит? Сколько? Пять. Это камерунская, да? Пять тысяч. Она воды хочет. Уже не хочет. Все, на этом будем заканчивать нашу съемочку. Такая вот интересная выставка получилась. О результатах, о покупках в следующем видео уже расскажу, что мы решили прикупить, с кем торговались, сколько выторговали. Все, до новых встреч на просторах Ютуба.